Владимира Абаева привезли в Бузулукскую больницу из села Грачевка. У него внезапно появилась сильная боль в груди. Владимир Анатольевич обратился к медикам. Мужчине записали электрокардиограмму и в срочном порядке направили в первичное сосудистое отделение с диагнозом инфаркт. На Грачевской скорой привезли сюда, в приемный покой. Сразу же меня соответствующие врачи приняли, сделали кардиограмму, оценили ситуацию, в каком я нахожусь, и начали срочно готовить к операции. Когда Владимиру Анатольевичу сообщили, что нужна операция на сосудах сердца, он решил, что его повезут в Оренбург, а это 250 километров. Но оказалось, что проехать нужно всего лишь 250 метров. Вмешательство ему выполнили здесь, в Бузулуке, в недавно открывшейся рентгеноперационной. В первые часы после возникновения боли, то есть выполняется коронарография, то есть выявляем, так сказать, либо сужение, на фоне которых это боли появились, либо это уже, допустим, образовался тромб и полностью кровоток прекратился к сердцу, и, так сказать, высокий, крайне высокий риск развития инфаркта миокарда. Вот, то есть нужно устранять эти моменты, удалять либо тромб, либо вместо сужения ставить уже стенд. Рентген-ангиографический комплекс отечественной сборки приобрели за счет средств областного бюджета. В больнице подготовили необходимые помещения, провели ремонт. И в сентябре текущего года получили лицензию на проведение рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения. Дает возможность оказывать помощь, диагностику, лечение больным с острыми коронарными синдромами, с инфарктами миокарда, вот, то есть острыми сердечными состояниями. Вот, ранее такие больные они лечились консервативно или отправлялись, транспортировались в Оренбург, в региональный сосудистый центр. За внедрение высоких технологий в больнице взялись основательно. Была проведена работа по подготовке кадров. Для выполнения сложных вмешательств пригласили опытного специалиста из Самары. Трех молодых хирургов отправили на обучение в федеральные центры и в Оренбург. Александр Шиповской уже прошел специализацию и вернулся в Бузулук. Коронарографию делаю сам, стентирование пока под присмотром более опытного доктора. Нравится? Делаем уже, да, нравится, все отлично. Теперь в первичном сосудистом отделении Бузулукской больницы появилась возможность самостоятельно выполнять операции на сосудах сердца и делать это уже в первые часы с момента развития инфаркта, что очень важно для исхода заболевания. Причем во время вмешательства пациент находится в сознании, не делается никаких больших разрезов, инструменты вводят через артерию на руке. За происходящим следят по экрану монитора. Сейчас я вообще отлично чувствую. По сравнению с тем, что было, это земля, небо. За год в кардиологическом отделении проходит около 500 пациентов. Это жители не только Бузулука, но и близлежащих районов. Врачи постоянно взаимодействуют с региональным сосудистым центром областной клинической больницы, советуются по тактике лечения. Мы все время на связи, все время, когда нам требуется помощь, консультации, даже моральная поддержка, мы все время контактируем. Сегодня первичное сосудистое отделение увеличило в разы радиус обслуживания. Теперь для проведения экстренных операций на сосудах сердца пациентов северо-западных районов области будут направлять не в областной центр за сотни километров, а гораздо ближе, в Бузулук.